Российский гимн звучал в субботу в честь Уали Куржева, который не имел себе равных в весе до 73 килограммов у мужчин. Куржев выиграл японам все свои схватки, а в финале не оставил шансов китайцу Сайнджи Ригала, отправив его на татами с зацепом Косотогаке. Для Куржева это вторая победа на турнирах мирового тура. В прошлом году он выиграл большой шлем в Тюмени. Россиянин Мурат Хабачиров проиграл в четвертьфинале, но стал тем не менее героем рубрики «Атака дня». В своей стартовой схватке Хабачиров нокаутировал китайского борца Най Ригаги, отправив его на татами вот этим эффектным броском. This is judo. Euronews. This is Euronews.